Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами все товары из Китая. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC. Глава Белого дома утверждает, что это пойдет на пользу отечественным производителям. Если американский президент решится на такой шаг, то налоги коснутся всего импорта, завезенного китайцами в США. А в прошлом году общий объем составил 500 миллиардов долларов. Я напомню, Вашингтон уже ввел пошлины на ряд товаров из Китая в начале июля, на что Пекин ответил зеркальными мерами.